Христианская церковь International Gospel Center, Международная школа служения International School of Ministry проведут конференцию в городе Запорожье, Украина. Тема конференции «Идите и научите все народы». ISOM – это самая большая мультимедийная библейская школа в мире. Преподавателями этой школы являются известные во всем мире служители Божьи. ISOM – это более 250 тысяч учеников из 145 национальностей. Спикеры конференции – Валерий Иванник, старший пастор церкви International Gospel Center. Маркус Рад, директор организации Christ for Europe, а также директор ISOM в Европе. Стив Вилман, директор ISOM в России. Конференция состоится с 7 по 10 сентября 2012 года в городе Запорожье, ДК ЗТЗ. Больше информации на наших сайтах.